картинной галерее «Люберец» состоялась встреча молодежи с участниками специальной военной операции в рамках федерального проекта «Диалог с героями». Эта дискуссия приурочена ко дню государственного флага Российской Федерации. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Встречи в рамках проекта «Диалог с героями» в Люберцах проходят на протяжении 2 лет. Виктор Исаев – заместитель командира батальона «Барс-13» «Русский легион». До начала СВО неоднократно бывал в Донецке с гуманитарными миссиями. На специальную военную операцию пошел добровольцем. Войну я встретил в самом Донецке. Именно начало СВО, 23 февраля, я был со своими товарищами. Мы привезли как раз туда гуманитарную миссию. В детский дом Донецка. И с утра все узнали, что началось СВО. На встрече собрались не только представители молодежи городского округа Люберцы, но и волонтеры из Котельников, Раменского и Балашихи. Александра Насырова – волонтер уже 2 года. И все это время занимается сбором гуманитарной помощи. Мне кажется, что такие встречи для подростков и любых детей – это очень важно, потому что многие люди сейчас не понимают, что происходит именно там, то, что нужно помогать, а не сидеть на одном месте, сидеть в телефонах, сидеть и все в этом роде. Нужно помогать, как-то стремиться быть не беспомощной этой земле, как говорили спикеры. В конце беседы волонтеры задали интересующие их вопросы. Встреча молодежи с героями нашего времени, бойцами специальной военной операции в городском округе проводят регулярно. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.